Друзья, всех приветствую на канале «В гости к Жанне и Сергею». Рада, что вы с нами. Друзья, сегодня у меня грузинская кухня на нашем канале. Это моя малая родина. Поэтому блюдо называется чашушули. Все быстро, все просто. Ничего сложного. Самое главное, все очень-очень вкусно. Поэтому досматриваем видео до конца. Всем приятного просмотра. Так, друзья, продолжаем. Для чашушули, смотрите, у меня здесь вообще делается, конечно, на моей родине из говядины. Но я говядину не люблю. Мы делаем дома либо со свининой, либо с курятиной. Мясо у меня здесь около килограмма. Чистой свининки, ну, где-то немножечко попадается, конечно, жирок. Вот такими мелкими кубиками. Сейчас деревянную лопатку возьму, нарезаем. И жарим буквально до золотистой корочки на сильном огне. Далее берем, у меня здесь одна большая луковица полукольцами. И кусочки добавляем. Грамм на 50 сливочного масла. Далее, смотрите, посолила по вкусу. Да-да, далее берем. Посахарить нам обязательно надо немного. Ну, где-то вот половина столовой ложки. И берем обязательно хмели сунели. Щедренько так прям берем. И добавляем, ну вот у меня на килограмм уйдет столовая ложка. Хорошенечко тщательно перемешали. Не затягиваем эту процедуру. У меня здесь два крупных помидора. И один болгарский перец порезан вот так вот соломкой. Далее, смотрите, в эту же массу добавляем, у меня здесь буквально 3 столовых ложки томатной пасты, 1 ложечка столовой аджики, делаем вот такую красивую смесь и немножечко водички. Вот такую жидкую приправку начинаем заливать в свое грузинское блюдо. Дальше наши чашушули. Мы обязательно перемешиваем свою красивую такую красок, цветов блюда. И тушим, друзья, минут 15 на медленном огне под закрытой крышечкой. Друзья, закипело. Смотрите, далее у меня 2 зубчика чеснока на крупной терочке добавляем с вами. И вот такой щедрый пучок зелени. Вообще в Грузии грузинское блюдо, естественно, добавляется кинза. Но я решила немножечко такую сделать красивую смесь. У меня здесь лук, у меня здесь укроп и немного кинзы. То есть 3 в одном. Вот такой прям щедрый пучок добавляем с вами зелени. Даем минуточки 2-3. Прокипеть. И блюдо грузинской кухни чашушули подходит к логическому завершению. Друзья, еще сейчас присыплю свежей зеленью. Все готово. Всем приятного аппетита! Вот такая у нас грузинская кухня с русской картошкой. Картошка, запеченная в духовке. Ну что, друзья, не забывайте ставить пальчик вверх. Всем пока-пока. До новых встреч. Готовьтесь с любовью. Пока.